В период с 1969 по 1993 годы в этой квартире жил Динмухамед Ахмедович Кунаев. Мебель в квартире оставлена без изменения. Для данной экспозиции отобраны вещи из периода 55-60 годов прошлого века. Именно эти годы были годами формирования Кунаева как личности и государственного деятеля. Кабинет отличается полнотой реальных экспонатов. В ходе его комплектования большое участие приняли его современники и друзья. В библиотеке сохранены личные книги и книги соратников по службе. Число книг превышает 3000 единиц. Во дворе дома сохранен единственный личный автомобиль Димаша Ахмедовича – Pontiac Grand Prix. В рамках музея работает научно-исследовательский центр «Кунаевоведение». Мемориальная квартира-музей была открыта в честь столетия Кунаева 12 января 2012 года.